лодке, пусть вот такое все будет. Да, я дала команду, чтобы это все вернулось в Америку. Хорошо, все так и будет. Вам недавно вставили окна, да? Да только поставили. В октябре поставили окна. В октябре окна нам, и мы 4 года не жили в этих домах, потому что не было стекол в домах. Теперь стекла появились. Я в России скиталась-то, и в Воронежской области, и в Липецкой области жила, чтобы как-то где-то переночевать зимой, потому что невозможно было здесь жить. Я лично все 4 года. А теперь вот опять нам окна все побито, все разрушено, и теперь где нам жить опять, не знаем. Он гаражит. Да тогда ж хоть Россия нас вывозила, я жила в лагере временного убежища. Я жила в лагере временного убежища 2,5 года. Нас Россия кормила и поила. 2,5 года Россия нас кормила и поила. Слава тебе, Господи, что они нас приняли, и мы жили там хоть где в каких-то условиях нормальных, что-то могло в тепле каком-то. А теперь куда нам жить? Где нам жить, где нам быть?